Дай мне разум и душевный покой принять все, что я не в силах изменить. Мужество – изменить то, что могу, и мудрость – отличить одно от другого. Шаг первый. Вы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что перестали управлять своей жизнью. Шаг второй. Вы признали, что только сила, более могущественная, чем мы сами, может вернуть нам здравомыслие. Шаг третий. Приняли решение припоручить нашу волю и нашу жизнь Богу, как мы его понимали. Шаг четвертый. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравственной точки зрения. Шаг пятый. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Шаг шестой. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков. Это те шаги, которые мы уже с вами сделали. Греймор – больница, но Греймор в то же время и религиозное учреждение. Здесь живут и управляют монахи-францисканцы. Здесь замечательная религиозная и нравственная скульптура, и все напоминает о Боге. И в то же время, и это поразительно, здесь Бог так близко к людям со своей очень конкретной помощью. Такого я никогда не видел. Да простится мне это. И еще. Францисканцы терпимы ко всем ответвлениям религии. В больничной часовне мы видели, например, русскую православную икону Казанской Божьей Матери. Ну а что касается обитателей Греймора, то тут представители всех рас и национальностей. Здравствуйте, меня зовут Владимир Рикшан. Надеюсь, я еще не надоел вам в предыдущих 6 передачах. Сегодня 7-я. 7-я передача об алкоголизме. Или о том, как алкоголики во всем мире остаются трезвыми. Помогает им в этом программа «12 шагов». Даже съемочная группа Игоря Шатхана, в которой не было алкоголиков, не стала выпивать в Нью-Йорке. Хотя такое желание у группы появилось. Так и не выпив, мы переехали в Греймор, приют для бездомных. В прошлый раз мы встречались с братом Берни, монахом-францисканцем, директором приюта Греймор. Сегодня мы продолжим знакомство с приютом. Когда отец Мартин видит бездомного алкоголика под американским забором, то обычно говорит: «Счастливый». «Почему?» – спрашивают его. «Да потому что еще живой». Мы же с вами еще не под забором. Но ни от чего не следует зарекаться. Наша задача – не лечить россиян, а информировать. Скажите, Марина, у вас трудные клиенты? Ну, как правило, основной контингент, который у нас находится, это люди, имеющие алкогольную или наркотическую проблему. Это люди, которые могут проявлять и гнев, и обиды. Ну, во-первых, это люди, которые приходят обрести убежище. Поэтому, во-первых, это убежище. Они не знают, чего ожидать. Естественно, они напряжены, испуганы, насторожены. Защитный механизм у них в полной мере включен. Нам не часто попадаются откровенно такие агрессивные клиенты. Репутация нашего центра, центра Святого Кристофора, такова, что люди знают, мы здесь относимся к ним с достоинством и уважением. Здесь существует определенная, как бы уже устоявшаяся этика отношений, и от людей ждут определенного уже поведения и отношения. Здесь не бьют больных или клиент. Нет, что вы, никогда. Это не только бы явилось нарушением их гражданских прав, но и с точки зрения врачебной этики это совершенно недопустимо.
Вы должны хорошо знать психологию такого рода людей. Откуда вы ее знаете? Ну, дело в том, что часть программы подготовки медицинских сестер в США включает в себя курсы психологии, психиатрическая подготовка, во время которой мы посещаем различные больницы, которые занимаются лечением химической зависимости. Извините меня, но нет ли в вашей жизни опыта, своего собственного алкогольного опыта? Нет, не в моей непосредственной семье, но среди родственников, да, конечно. Thank you very much. Один мой старинный знакомый, звезда российской рок-музыки, пробовал в Греймере 2 месяца, делая первые шаги на пути трезвости. Он 20 лет употреблял героин и дошел до последней точки. Когда я его встретил после возвращения, то просто не узнал. Передо мной предстал достойный мужчина в роскошном пальто и упитанным лицом. «Хорошая одежонка», — сказал я, пощупав материю пальто. «Пьер Карден», — ответил мой приятель и сообщил, что его так приодели в приюте для бездомных. Добрый день. Hello. Hello. Как идут дела? How are you doing? I'm good today, thank you. Ну что ж, у меня все хорошо сегодня. А вчера? What about yesterday? Yesterday? Yesterday I had a good day also. А вчера тоже был хороший день. А завтра как будет? What about tomorrow? Tomorrow. I'm not so tomorrow yet. Не знаю, завтра еще не наступило. А скажите, сколько дней вы уже здесь? How long have you been here? 2 months this Thursday. Вот в четверг будет 2 месяца. Вы пришли сюда, на вас была эта рубашка, эти брюки или что-то другое? When you showed up in Greymore, did you have the same shirt and pants you are wearing now? No. Нет, на мне не было этого. No. На вас таким образом не было почти ничего. So you practically had nothing when you showed up here. I had nothing. I had nowhere to go. У меня не было ничего. Мне некуда было идти. Скажите, а вы здесь платите что-нибудь? Какие-нибудь деньги от вас берут? Tell me, please, do they charge you anything for staying here? No. Нет, я ничего не плачу. No, everything is free. Все бесплатно здесь. Что вы думаете об этих людях, которые вот жертвуют все это белье? What do you think of people who donate all this stuff? I think they're very generous, first of all. Я думаю, это очень щедрые люди, во-первых. And my guess is that they feel that there are people that need it more than they do. Sorry? Maybe they have people that were in their life that were in the same position that some of us were. И мне кажется, ну это мое личное такое ощущение, что может быть в их жизни в свое время тоже были люди, которые вот так нуждались, как и мы. Да, американцы жертвуют людям, попавшим в беду и желающим исцеления, одежду, деньги, продукты. Но публика в Греймере, конечно, разная. Тот же музыкант рассказал мне историю одного черного парня, с которым сгрузился в приюте. Этот парень вышел из тюрьмы, жилья не было, еды не было, денег не было, но хотелось наркотиков. Он достал беретту, спрятанную от полиции, и решил: пойду убью кого-нибудь. Но потом в душе что-то сработало, и парень приехал в Греймер. Сейчас вы увидите человека, который поднялся с самого дна. Рой, вы спешите. Куда? No, I just have 2 children that I left at home. Ну, дело в том, что у меня дома остались 2 детей, и сейчас с ними сидит сиделка. Just so I can come up to pick up one of the clients up here. Я сюда привез человека, чтобы он здесь полечился. He went for treatment. You picked him up already. Take him yes, home. Yes, he spent 21 days up here. Он приехал, чтобы забрать человека, который провел здесь уже 21 день. Скажите, а сколько лет вашим детям? 2 года и 3 года. Five years ago, I did not even think about having kids. My sister. Дело в том, что 5 лет назад я и не думал о том, что у меня будут дети. My sister named her kid Roy.
because she thought I was going to die from alcoholism. So she had her kid named Roy to carry on my name. Моя сестра назвала своего ребенка Рой в честь меня, потому что она была уверена, у меня не будет детей, я погибну от алкоголизма. Как же удалось все-таки встать? How did you manage to get sober? Well, that was a lot of beatings. I took a lot of beatings, a lot of pain, a lot of rehabs. Я прошел через боль, через потери. Я прошел через многие лечебные центры. A lot of detoxes. But when I had went to my last detox, I was suggested to come up here for a vacation. Но в последний раз, когда я находился в детоксе, центре дезинтоксикации, мне порекомендовали приехать сюда, в Греймор. They told me not to go back home to my hometown where I'd done all my drinking. Мне настоятельно не рекомендовали возвращаться в мой родной город, где я все время пил. They told me to come up here, and if I have a problem with alcohol, I could leave it up here. И мне сказали, мне настоятельно рекомендовали отправиться сюда, в Греймор, и сказали так: если у тебя есть алкогольная проблема, оставь ее там, на холме. And I did. It wasn't easy. It was difficult at times, but I made meetings at home. But I got in touch with a higher power up here. И процесс выздоровления проходил нелегко, но я ходил на группы после того, как я уехал из этого центра. Я обрел связь с высшей силой. Who I pray to every day. И этой высшей силе я молюсь каждый день. I need help every day with this disease, and the guy upstairs will give it to me. При наличии этой болезни мне нужна помощь каждый день, и тот всемогущий наверху, он дает мне эту помощь. Извините меня ради Бога, но вот это все, то, что на руках, это тоже сделано все до? Yes, I done them from eighth grade in a Catholic grammar school, where I was told not to. Да, это, так сказать, грехи молодости в восьмом классе, когда я учился в католической грамматической школе, и мне сказали этого не делать, я это сделал. Дело в том, что у меня, как говорят, аддиктивный склад личности, личности зависимый, еще до того, как я выпил. И мне многие люди говорили многое не делать, но я делал. Итак, шаг седьмой. Смиренно просили его исправить наши изъяны. В слове его верующие видят Бога. Атеисты признают природу или видят проявление высшей силы в группе таких же трезвеющих алкоголиков. Многие из тех, кто смотрит эти передачи, наверное, хотят услышать советы, как не напиваться сверх меры, как избежать похмелья. Хочу вас обрадовать. Ваше похмелье останется с вами. После серьезной пьянки трое суток вы промучаетесь. А если начали часто сверх меры напиваться, то так и продолжите. Это так же верно, как законы физики Ньютона. Химическая зависимость, алкоголизм, зависимость неизлечимая. Она может только прогрессировать. Можно или пить, или не пить совсем. А скажите мне, почему вы говорите, что вам помогла высшая сила? Вот вы кого-то сюда привезли, кто-то здесь пробыл 21 день. Это же вы ему помогли, а не высшая сила. Well, I could not do that on my own. Дело в том, что мне необходима помощь высшей силы. Я пытался сделать это сам, у меня не получалось. Если у меня появится такое ощущение, что я сам себе высшая сила, значит, будут проблемы. Седьмой шаг снова предлагает алкоголику сократить свое раздутое «я» до нормальных размеров. К седьмому шагу алкоголик уже обладает некоторой трезвостью, и речь идет о ее качестве. Качественная трезвость достигается посещением собраний анонимных алкоголиков. Шаг седьмой. Смиренно просили его исправить наши изъяны. Значит, сейчас, когда вы приводите сюда людей, вы продолжаете таким образом лечить себя? I do, yeah. Да, это так. Much, I believe, человек, который сейчас находился со мной, я его в машине подвез на вершину холма и сказал, здесь, на вершине холма, люди получают помощь. И он курил сигареты и отложил пачку и не стал больше курить. Вот так это действует.
Это замечательное место. И здесь, в общем-то, не обязательно даже быть алкоголиком. Просто бездомный человек может прийти сюда, обрести здесь дом и побыть какое-то время. Вот что я хочу вам и себе посоветовать. Будем доброжелательны по отношению к себе. Из прошлых передач мы выяснили, что алкоголизм – это заболевание, имеющее физические и психические стороны. Часто алкоголик, начавший выздоравливать по программе «12 шагов», еще чувствует презрение по отношению к себе за прошлую жизнь. Иногда также к нему относятся окружающие. Это неверно. Как мы относимся к близкому человеку, начавшему выздоравливать после тяжелой болезни? Мы стараемся окружить его заботой, понимая, что сил у него мало, ему нужна помощь. Трезвеющий алкоголик не должен ставить перед собой неразрешимых задач. Радуйтесь тому небольшому прогрессу, который есть. Больше отдыхайте. Покупайте себе вкусные вещи. Если нет денег на вкуснятину, да бесплатно любуйтесь закатом солнца и радуйтесь, что вы увидели его в трезвом виде. Одним словом, будьте доброжелательны по отношению к себе. Настанет день, когда вам нужно отсюда будет выходить. Куда вы пойдете? The day will come when you have to leave. Where would you go? There's nothing definite yet, but I will probably go to a halfway house from here. Пока еще планы неопределенные, но, скорее всего, я отправлюсь в дом на полдороге. Что значит дом на полдороге? What does it mean, halfway house? It's like the next step from being homeless. It prepares you for going into the outside world. Ну, это как бы такой переходный период, следующий шаг от статуса бездомного на пути к нормальной жизни. Вы надеетесь, это получится? Do you have hopes it'll work? Yes. Да. High hopes. Я надеюсь. Я тоже. We hope too. Thank you. Спасибо. А что вы думаете о францисканцах? О монахах? What do you think about brothers here? Franciscans brothers? Franciscan friars. Yeah. I'm very grateful that they're here. Я очень благодарен, что они здесь. I think they're what do I think of them? Что я о них думаю? Jeez, what do I say? Господи, что ж сказать-то? I'm really kind of, I'm speechless. Вы знаете, у меня просто нет слов. I'm grateful they're here and the fact that they give so much without expecting anything in return except for maybe. Я очень благодарен им. И вот то, что они столько отдают без всякого как бы такого подспудного желания что-то получить взамен. I'm at a loss. Вот у меня буквально уже как бы слова кончились. There's more gratitude than I can put into words for the brothers and. Мое чувство благодарности гораздо больше тех слов, которые у меня есть. В Греймор попадают люди с крайней формой химической зависимости. Многие из них потом возвращаются обратно на улицу. Так давайте себя не доводить до крайности. Я вот сегодня остался трезвым. Давайте и вы, не тяните. Отправляйтесь на группу анонимных алкоголиков. На этом я с вами прощаюсь. I cannot change.